Новая жизнь Гюнюль в Анталии. Вместе с моим супругом проживаем в собственном доме. Ну и как нормальные люди, конечно же, стараемся обустроить свой дом так, чтобы в нем было уютно и комфортно. Ну а для того, чтобы это сделать, естественно, занялись приобретением кое-каких вещей для быта. Мы отправились в центр города, обошли несколько магазинов бытовой техники и кое-что приобрели. Это видео посвящено так называемой распаковке. Давайте с нами, будет интересно. Как я уже сказала, мы с моим мужем проживаем в собственном 4-этажном одноподъездном доме. Каждый этаж этого дома принадлежит отдельной семье, семьям братьев и моей свекрови. В данный период в доме проживаем только мы на 3-м этаже и моя свекровь на 2-м этаже. У нас большая 4-комнатная квартира, в которой имеются 2 санузла, 2 душевые, 4 больших балкона и кухня. Наша семейная жизнь началась 7 месяцев тому назад, и поэтому мы решили в нашем доме заменить мебель и бытовую технику. Для этого мы отправились в магазины города Анталии для того, чтобы посмотреть, какой товар в ассортименте и каковы на него цены. В первую очередь мы решили заняться приобретением бытовой техники. Каратой Мобилия. Магазин мебели и бытовой техники. Девушка-консультант приветствует нас в магазине. Она назвала адрес, по которому находится их магазин, и с удовольствием рассказала о том, что входит в ассортимент. Это бытовая техника, мебель для квартиры и дома. Если вы решите приобрести мебель или бытовые товары в этом магазине, то доставка до дома будет осуществляться бесплатно. В магазине работает приветливый персонал, и время работы магазина 7/24. Товары различных производителей, в основном турецких. Здесь можно приобрести и мелкие бытовые товары, в том числе и очень хорошего качества посуду.
Ну и что же мы приобрели? Мы приобрели два набора посуды, телевизор, блендер, пылесос, ну и теперь немножечко о посуде. Мы приобрели два набора. Один из наборов — это османский набор посуды из гранита, состоящий из 7 предметов турецкого производителя со смешным названием «Дом пингвинов». Очень красивый набор. Толстое прочное стекло. Термостойкая металлическая ручка. По форме напоминает бочоночки. Очень хорошая сковородка. Цвет не очень хорошо передает камера. Ну, он такого вот бежевого цвета. Наверное, ближе к кремовому. Уже успела использовать маленькую кастрюлю и сковородку. Очень приятно готовить в этой посуде. Очень она мне нравится. И надо отметить, что очень хорошего качества. Следующий набор посуды турецкой фирмы «Гурал». Это набор стальной посуды, состоящий из 18 предметов. Сейчас мы видели скороварку, большую кастрюлю, три кастрюли поменьше. Три турки входят в набор. Такой чайник турецкий. Крышка чайника с капельками, потому что чайник уже находится в использовании. Следующая покупка — это кондиционер турецкой фирмы Altus. И вот сейчас вы видите уже его на стене.
Также турецкая фирма Altus. Холодильник. Ну и вот в распакованном виде, как он выглядит. Мне хотелось, чтобы морозильная камера находилась внизу. И мы выбирали холодильник очень долго, потому что в основном в турецких холодильниках морозильные камеры расположены вверху. В этом холодильнике мне понравилось, что три отсека в морозильной камере, и они вот с такими крышечками. То есть каждая секция находится отдельно, и она изолирована от другой. Также на холодильнике есть табло с температурой. Следующая наша покупка – посудомоечная машина. Также фирмы Altus. И рядом с посудомоечной машиной сейчас вы видите стиральную машину фирмы Finlux. Следующее наше приобретение – это кухонный стол и 4 стульчика. Сейчас вы видите 3, один отдельно стоит. 4K Smart TV фирмы Regal. $50. Интересно, что покупки доставляют из магазина, но не разрешают самостоятельно их распаковывать. На следующий день приходит специальная служба, которая устанавливает всю бытовую технику. Пылесос фирмы Tefal. Блендер фирмы Арника. Состоит из 3 частей. Из миксера, блендера и измельчителя. Венчики и ножи из нержавеющей стали. И двухступенчатая система турбо. И
прочная чаша. А вот и сам корпус. Довольно-таки немаленький прибор, но я думаю, что будет удобен в использовании. На этом не все. Следующая наша покупка – это тост-машина фирмы Altus. Машина имеет трехступенчатый нагрев. Съемные и моющиеся пластины с антипригарным покрытием. Ну и температура нагревания достигает 180 градусов. Следующая наша покупка – газовая плита тоже фирмы Altus. С удобной панелью управления, с табло, на котором можно увидеть температуру и установить таймер. Вот и все наши покупки. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Всем пока-пока и до новых встреч на канале «Новая жизнь Гюнюль в Анталии».